Более 200 мешков мусора – таков урожай волонтеров, которые решили поучаствовать в месячнике санитарной очистки. Убирали все, что появилось в парковых зарослях после того, как растаял снег. Чтобы выбрать место, которое больше других нуждалось в уборке, обратились к депутату своего округа. Он и предложил обратить внимание на входную часть юбилейного, обеспечив работников инвентарем. Решили вот здесь убрать поросли, собрать листву и провести такую акцию. Побелить вход, чтобы он как бы обозначился. Кроме того, волонтеры установили в парке несколько скворечников. Участники акции уверены, это важный шаг к возрождению одного из самых крупных барнаульских парков.